Всем привет, меня зовут Марина Моргунова, и вы смотрите полезную программу. Недавно я побывала в конно-спортивном центре. Кататься на лошади, я вам скажу, это не шутки. Я лично как не умела держаться в седле, так и не умею. А вот специалисты говорят, что конные прогулки полезны. Мне удалось пообщаться с профессионалами, которые научат любого и даже помогут достигнуть спортивных результатов. У старшего тренера конного центра Яны регалий много. Да и двадцатка лучших всадников России за плечами как-никак. Лошадь, конечно, соответствующая, молодая и перспективная. Конный центр серьезный. Здесь занимаются не просто любители, но и тренируются спортсмены для выездных соревнований. Лошадь с наездником преодолевают препятствия определенной сложности в определенном порядке. Тренеры, наверное, это наша гордость, и благодаря кому все наши спортсмены добиваются результатов. Так что наша школа старается нести все лучшие традиции конного спорта, именно профессионального конного спорта. И мы готовы вас этому научить. А начинается такая учеба в профессиональном крытом манеже. Здесь еще пока будущие спортсмены проходят все этапы подготовки. Сядь в седло. Вот так. Хорошо. Вот. Сейчас очень классно. Молодец. Молодец. Основным направлением нашего конного центра является детский спорт. Для этого у нас есть самые разнообразные лошади, чтобы мы могли заниматься с детьми с самого раннего возраста. Вот, отлично, молодец. Вставай здесь на вольтик. Любителям здесь тоже рады. Научат не только правильно держаться в седле, но и помогут достичь взаимопонимания с лошадью. Подъем в галоп на Б, вольт 15 метров на галопе. Для таких, как я, трусих, лошадь приготовили специальную для фотосессии. Да и меня облачили в парадные одежды. Но без инструктора ни-ни, слишком боязливо было. Но закончить сюжет красиво я для вас старалась. Профессионально позаниматься спортом или освоить любительское катание. А также можно исполнить свою детскую мечту. Конно-спортивный центр «Виабера». Телефон 292-93-57. Подобрать одежду, чтобы она была красивой и недорогой, это очень сложно, скажете вы. Да ничего подобного. Я сразу нашла пару-тройку подходящих вариантов. А это уже экономия для семейного бюджета. А что это за магазин, расскажу далее. Наконец-то наступила по-настоящему весенняя и теплая погода. Но мой гардероб оказался не готов к таким переменам. И я отправилась в магазин низких цен для того, чтобы подобрать для себя подходящие весенние и модные наряды. Оказалось, что одежды здесь видимо-невидимо. Ну что ж, начнем? Трикотажный комбинезон, яркая обувь, модные очки и рюкзачок. Чем не образ для весенней прогулки? А этот как раз подойдет для обычных будней и для путешествий. И сумка вместительная, а стоимость уж, поверьте, вас порадует. Очки, кстати, можно подобрать и другой формы и размера. Удлиненное платье современного кроя плюс подходящая сумка и очки. И вот так уже можно посетить любое мероприятие. Спортивный костюм тоже может быть вполне аккуратным и выглядеть эстетично. Главное – аксессуары – подходящая обувь, рюкзак и очки. Но не смогла я пройти мимо яркой обуви. В этом образе как раз можно и на работу, и в кино. Яркие детали этого образа отлично освежают и дополняют друг друга. Каждый из этих образов стоит не больше 3000 рублей. Отсюда простой вывод – одеваться стильно и недорого можно. Ну что ж, с весенними образами я определилась. Помимо того, подобрала себе сумку и очки. Ну а сейчас осталось определиться только с нижним бельем. А в этой части магазина можно остановиться всерьез и надолго, потому что выбрать будет сложно. Глаза разбегаются. Мужчинам здесь тоже раздолье. Легкие ветровки, поло, обувь и много разных аксессуаров. Если я вам скажу, что и для детей здесь тоже есть все необходимое, то наверняка вам точно захочется прийти именно сюда. Также в магазине представлено множество аксессуаров и детских игрушек, мелкая бытовая техника и посуда, подушки и пледы.
За покупками вас приглашает магазин «Лидер». Стильная одежда и обувь по доступной цене. Торговый комплекс «Квант», улица Красной Армии, 10, второй этаж. На этом у меня все. Вы смотрели полезную программу. Оставляйте все свои вопросы и комментарии на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!